46 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 6300 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 110 994 человека. С выздоровлением выписали 5648 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.